Боже, милости будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Пресвятая я согрешил, Господи, прости мне грешство и помилуй. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матери Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, и достойную больше прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного и житворящего креста, и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбив. Аминь. 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 Царь небесный, утешитель Дух истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. 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 Став после сна, припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите,
поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Восемьдесят девятый псалом. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо перед очами Твоим тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражам ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед Тобою, и тайное наше перед светом лица Твоего. Во все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволением Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебе, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, и избавлю его, и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав, восстая посреди ночи, приношу Тебе песнь спасительную, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбчий, встал после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, и в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и без всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой мне просить Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающие думы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведущие тайны человеческие, безначальные, вечные и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам бессмертный Царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время. Надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе без нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия ненародного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразима радость величих несказанных от Святого Лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, освещающий, освещающий весь мир. И Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, прости мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся руку мне. Выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаких грехов. И молись за меня ко Господу, чтобы Он возгородил меня в страхе своем. И согрел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слав.
Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений. Я освободи от всякого злого действия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Надежда, Владимир, Ольга, Анатолий, Галина, Георгий, Дмитрий, Станислав, Екатерина, Елена, Ирина, Сергей, мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. Сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою, спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, маму мою, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и друзей, и всех православных христиан, подай Твои земные и небесные блага. Не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силу Твою, дары им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вон и невольные. Дай им Царствие Небесное, со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, працев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Серафимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных Божественных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Уложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоги Твоему Пречистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые им предметы и подребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, во свое спасение, потому что Ты – источник премудрости. И Тебе славу возносим всегда, и непрестанно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй отца, духовного родителя и сродника, благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Рея Акима, Павла Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть, Господи, диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла,
Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинных служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да еще священника, Господи, если угодно Тебе. Смири власти воинств Твоих, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей. Сохрани их от покушения от них, умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от нарушения заповедей Твоих святых. Помилуй нас, Господи, соделай жизнь нашу бодрственную, как бы сегодня Ты отзовешь нас из этой жизни. Умудри во спасение, избавь от непосильных искушений. Защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы. Будь милостив к нам, Господи, и в селении нашем. Благослови и помилуй Андрея, Игоря, Игоря Серафима и сына ее, обрати Владимира. Болящую Людмилу, любовь, благослови. Владимир, Алексей, Иосифа, пришли добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадаи, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И реши пределы общие, найди новые души, побуди всех на проповедь благовестия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика. И даруй веру Христову истинную, Самире, Тимуру. Надею, Господи, помилуй. Воззри на угрозы врагов, на все их пакости. Разруши их замыслы на зло и обрати их к истине, и примири с нами, если угодно. И в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших, воздаем добром в этой жизни и будущей Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрия. Хвала Тебе, наш Иисус. И отступников найди Михаила, Николая, Александра, Юлию. И благослови Максима, умещи сердце его. Путешествующих Раису, Льва и Виктора благослови и возврати. И родственников наших всех найди. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Подай помощь болящим, дай силу перенести безропотно страдания. Пошли мне исцеление глаза, если угодно Тебе. Илариона, благослови, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Алевтину, Людмилу, Неонилу, Неонилу, Валентину, Валентину, Марию, Александру, Ирину, роженицу и чадо ее. Александр, благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе, аллилуйя. И сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути.
и трудящихся благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, говорил Ольгу, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Владислава, Валентина. Всех помогающих, трудящихся, Сергея. Далее. Господи, Романа избавь от духа лжи. И благослови Виталия, Никиту, и дай им искреннее, ревностное желание трудиться в поте лица. Хвала тебе, наш Иисус. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала тебе, наш Господь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышний Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром и благослови всех, помогавших нам в путешествии. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу. Хвала тебе. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога обо мне грешном. Благодарю тебя, мой ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки вечно царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. Аллилуйя! Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Осин, философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио,
Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков разрушь и в ничто пресврати и развей. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. И исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О Всевышний Создатель, Изиждитель всего видимого и невидимого, услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, услыши, прими нашу молитву и исполни ее о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Сергей Павлович, аминь. Доброе утро. Нужно еще маленько добавить одно. В самом начале, когда произносишь что-то, каким-то образом пометку потом сделать, или как каждый ролик, который сейчас будешь насчитывать, начало... Комментарий, на какое место писания, и тире, и каким заканчивается. Потому что тебе это легче всего сделать, потому что считаешь. Или как? Так, постой-ка. А, постой, я тебя не видел. О, зашаталась. Здорово, Гуля. Ну что с тобой, труженица Христова? Старушня собрались тут. В костях батюшки. Так, ты во сколько вернулась-то? Я? Ну вот, ты. Печку-то еще вечером топишь. Зачем?
А потому что я утром не топила. Днем не топила, правильно сделала, все да. Хорошо. Вот, видишь, как правильно поступает. Топящиеся печь нельзя оставлять. Свет выключить, из розетки все выдержит. Вот у нас розетку не выдержала, а она теперь включается без нее. Нам только выдергивать надо, иначе она расплавит все. Дом-то едва не сожгли. Выдергивает и потом обратно вставляет. Поняла? Аппаратуре не... Саша там их еще пчелам-то оставил норму, а оно там сдало больше. Как уехал только пчелы на полу мертвые. Все вылезли, а потом она выключилась сама. А он уехал, и... Вот и надо щадик включённо стоять, никогда не доверяйся. Это аппаратура. То перегорело, то что. Давайте, идите. Да ты никуда не езди, сиди здесь. У нас. У меня два дня человека не выходит. Ну тут рядом, ты столько услышишь. Очень хорошо. Идите. Когда это днем я тебя отключаю, ты молчи. Или это часа три, допустим, или сколько? Два. Я тебе постучу, значит, подключил. Ему даже не подходи к машинке своей. Все это мне мешает. Так, а вот это я слушаю. Так, все. Все, с Богом. Давай, иди, ну двери-то открыты. Володя, я голуби выпущу, как? Выпустил. Господи, благослови. Все, если у вас-то немного неверно написано. Почему у меня вот это вот непонятно? Вот этот вот пробел не могу удалить. Вот сейчас пробел нажимаю, он раз. Он мне говорит, что вроде как надо... Это по ширине получается, он совмещает.